Доброе утро! Как я вам уже и обещал, я сегодня вам расскажу про еще один сорт малины. Это сорт «Награда». Сорт очень хороший сам по себе, очень зимостойкий тоже. Сорт плодоносит примерно до 5 августа. Ягоды начинаются у него с 28 июня и заканчиваются 5 августа. Ягода будет крупная у вас 8 лет где-то примерно. Потом ягода будет тоже так же мельчать. На куст тоже живет 10 лет сам по себе. После 10 лет его рекомендовано скорчевать, а взять от него отводочки, пересадить на новое место. Малину многие стараются почему-то запихнуть куда-нибудь под забор. Малина этого не любит. Малина любит солнышко, любит, чтобы она проветривалась. Ну, в общем, на этом я заканчиваю. До новых встреч, хороших вам урожаев!